огни большого города меняют многих из нас. Это в этот самый Шпагин, король городских шпионов. Какая любопытная история получается. Но о том, что происходит в их тени, знают только они. На личные темы не разговариваю. Все по местам работаем. Что происходит? Для них не существует закрытых кабинетов. Меняя тысячи лиц, одеваешься в костюм сотрудника ГИБДД и контролируешь подъезды к дому. Они остаются невидимыми. Будьте предельно осторожны. И всегда бьют точно в цель. Встретив их на улице, вы никогда не узнаете, что на самом деле они... Будем импровизировать и уповать на твой талант. Оп. Городские шпионы. Премьера. Анатолий Белый. Оксана Фандера. За мной. Александр Робок. Жди гостей. Смотрите только на Пятом.